Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великие музеи мира» Якоб Йортонс. Лот с семьей покидает Содом около 1620 года. Холст масла 169 на 198. Якоб Йортонс, известный представитель фламандской школы живописи, после смерти Питера Пауля Рубенса, ставший ее главой. Художественное образование получил в антверпенской мастерской Адама ван Норта и в 1616 женился на его дочери. Йортонс был разносторонне одаренным, занимался графикой, создал портреты, картоны для шпалер и произведения на мифологические, аллегорические, религиозные и исторические жанровые сюжеты. Картина «Лот с семьей покидает Содом» рассказывает библейскую историю, изложенную в главе «Бытие» Ветхого Завета. Праведник Лот пригласил в свой дом двух пришедших в город ангелов. Жители Содома потребовали, чтобы он выдал их им, а на предложенных взамен дочерей не согласились и разгневались. Тогда посланники Бога ослепили собравшихся горожан. Когда зашла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Йортонс изображает момент, когда ангелы выводят семью из Содома. Седовласый старец стоит в центре композиции. Он обернулся к дочерям, которые несут вслед за родителями богатство. Божий посланник увлекает главного героя под руку, указывая на заряющее небо молнии и призывая поторопиться. За спиной жены Лота видна колонна, являющаяся предзнаменованием его судьбы. Обернувшись на разрушающийся город, он превратится в соляной столб. В этой работе, как и во многих других, живописец строит композицию не в глубину, а параллельно картинной плоскости, стремясь целиком заполнить ее изображениями. Героев мастер представляет полными жизни и энергии. Порывистость движений ангела, развивающиеся драпировки, темное грозовое небо создают ощущение динамизма. Ну, такое описание к работе Якоба Йортонса. Лот с семьей покидает Содом около 1620 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.